Вот уж о чем, а о грибах я точно не думала. Все море да пляж, это же Варна. Вот миди как раз свежевыловленных прикупила. И вдруг такое случилось. Вы только посмотрите. Вот не знаю, поверите или нет, но это я по дороге с пляжа нашла. Вот такой грибочек. Был огородный. Ну что, будем изучать дома. В последнее время в Варне очень много дождей было. Ну просто ливни идут. Ну вот, видимо, они и растут, условия благоприятные. Тепло ведь. Только сегодня у одного друга ютубера посмотрела видео про первые благородные грибы. И все удивлялась, комментарий ему написала. Ой, у вас уже грибы. А они и у нас тут, оказывается, уже вполне готовы. А этот, смотрите, какой маленький. Такой крепенький. И совсем малышка. Вот такой. Солдатик прямо в шлеме. В каске. Больше ничего не нашла. Хотя особо-то и не искала. Но думаю, что для первого раза мне и этого вполне хватит. Ну а там посмотрим, может, что еще будет попадаться. Зато грибам вот дикий чеснок насобирала. Так что перехожу на подножный корм.